Его отменили. Верховная Рада Украины не приняла законопроект о клевете. Сегодня утром 349 депутатов проголосовали за отмену принятого в первом чтении проекта закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, касающиеся усиления ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека. После длительных дискуссий и обсуждений на самых разных уровнях общества, сам автор скандального документа, регионал Виталий Журавский, и внес предложение отменить составленный им законопроект. Проект.